Андрей Чернышов – обладатель яркой и запоминающейся внешности. За свою жизнь он разбил не одно женское сердце. Чернышов умеет произвести впечатление на аудиторию, в особенности на ее женскую половину. На экране он часто предстает в образе любящих и заботливых мужчин, честных и благородных героев. Несмотря на амплуа кинокрасавчика, Андрей относится к себе критично. Он не считает актерскую профессию поводом для создания кумиров и не любит, когда его называют звездой. Что ж, такая позиция актера, безусловно, заслуживает уважения. Если коротко по биографии, то родился на свет Чернышов в городе Киеве. Спустя 10 лет вместе с семьей он переехал в Забайкалье. Мама Андрея работала школьным учителем, а отец был директором школы. Профессия родителей отразилась на детстве мальчика, который рос под строгим контролем. В 10-летнем возрасте он стал заниматься в школьном драм-кружке и настолько увлеченно репетировал, что вскоре стало ясно – это неспроста. По сути, именно с этого момента началось творческое становление будущего актера. В рамках школьного театра он был настоящей звездой и играл только главные роли. В старших классах Чернышов твердо решил поступать в театральный. Родители не стали его отговаривать, и он отправился в Москву, но, к сожалению, не поступил. Тогда он решил податься в Киев и устроиться работать там в театр драмы, обычным подсобным рабочим. Благодаря этому Чернышов мог часами наблюдать за репетициями и перенимать опыт у актеров. Проведенное там время прошло не зря. Спустя год Андрей успешно сдал экзамены в Щепкинское училище и был зачислен на первый курс. Но и на этом его испытания не закончились. Окончив Щепку, Чернышов пытался примкнуть к труппе хотя бы одного из столичных театров, но везде получал отказ. Это было непростое время в лихие 90-е, когда без работы оставались даже самые именитые актеры. Неожиданно фактурного юношу к себе в труппу пригласил Марк Захаров. В Ленкоме Чернышов проработал 9 лет, и его уход оттуда совпал с расцветом его кинокарьеры. Поначалу молодому актеру приходилось довольствоваться крошечными эпизодами, но со временем за статным высоким актером закрепилась амплуа героя-любовника. Кстати, не последнюю роль в этом сыграло обилие лирических мелодрам в его послужном списке. Нередко Чернышов появлялся на экране и в образе импозантных кавалеров и благородных рыцарей, перед которыми не может устоять ни одна дама. Что касается личной жизни, то о ней актер не любит распространяться. На протяжении многих лет в прессе его называли убежденным холостяком. При этом актер говорил, что он мечтает о семье. Известно, что в молодости Чернышов пережил болезненное расставание с любимой девушкой, которой предложил стать женой. Предложение в итоге было отвергнуто, ну а сам Андрей остался ни с чем. После этого он долго не завязывал отношения с женщинами, хотя журналисты наперебой писали о его романах. И только в 2016 году выяснилось, что он уже 8 лет женат. Его избранницей стала коллега по цеху Мария Добржинская, которая младше его на 11 лет. На протяжении всего этого времени пара тщательно скрывала свои отношения. В настоящее время супруги вместе играют на сцене Содружества актеров Таганки. И если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу нашего героя и его творчестве в кино.